Всем привет, ребята! Вы на канале Ваня и Маша, и я продолжаю вклеивать в свой альбом разные штуки. И я сегодня буду открывать вот такие бумажные сюрпризы Among Us, скрипыши! Это очень круто! И, кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я их открыл, подпишитесь на канал и поставьте лайк. За 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Подписались? Поставили лайк? Молодцы! И мы начинаем! Ребята, вы помните, что я в своей прошлой серии открывал вот таких и клеил вот таких вот амангасиков разных? И они очень тогда понравились. Ну какие же они крутые! И теперь, ребята, мы поклеим скрипышей Among Us. Итак, приступаем. Вот такие у нас тут силуэтики. Как видите. Итак, начнем открывать. Этики Among Us. Какой же нам тут, ребят, Among Us попадется? Как думаете? Я надеюсь, какой-нибудь, вот, например, половина Among Us. Я хочу, чтобы половина нам попалась. Или кто тут? Чего, ребята? Это с бумагой на голове. Он что, в туалет зашел, и ему никуда бумагу некуда поставить, и он решил к себе на голову поставить. Да, наверное. Так, это у нас повар, кажется. Не, его точно не сюда. Давайте повесим кого-нибудь другого. Может, сюда? Нет. Наверное, он на другой страничке. Сюда? Не-не-не. О, вот куда, я нашел. Клеиваем. И приклеиваем. Так. О, ребят, кажется, Among Us крепыш куда-то хочет убежать от меня. Не убегай, Among Us крепыш, ты снимаешься. Аккуратненько отрезаем. Уже нам тут скрипыш Among Us-ик попадется. Только бы хороший, хороший, неплохой, не злой. О, вот это да, ребята, это же Тор. Тор, вот это да. Тора? Не, не сюда. Он, наверное, на другой страничке. Так, где тут он у нас? О, вот же, Тор. Это же, ребят, супергерой. Если вы смотрели кино, я вот смотрел, и там Тор был. Так, ребят, откроем, например, вот такой пакетик. Вот бы нам тут какой-то предатель попался. Among Us предатель, ла-ла-ла. Он хороший братель, та-та-та. О, это розовый повар. И смотрите, у него коричневая собака. Похоже на Cartoon Dog'а. Так, может он на этой страничке? Сюда? Не, не сюда. Сюда? И сюда. Наверное, на этой я его пропустил. Наверное, сюда. Не. О, вот, нашел. Отклеиваем. И клеим. Кстати, ребят, такие крутые Among Us'ы. Так, ребят, открываем вот такой пакетик. Какое интересно здесь. Может, здесь нам попадется половина Among Us'ика? Как думаете? Только бы половина. И, ребят, если вы думаете, что там попадется половина, поставьте лайк. А если не думаете, подпишитесь на канал. Я думаю. Нет, ребята, это же пожарный. Да. Я что-то ошибся с выбором. Так, где тут его надо приклеить? О, вот сюда. Пожарный, мы тебя вызовем, если что. Да-да-да, пожарный. Алло, здравствуйте, у нас тут пожар случился у Among Us'а в корабле. Приедьте, пожалуйста. Но я не могу, я в альбоме приклеен. Это как? Ну так. Так, ребят, какой нам тут скрипыш Among Us попадется? Вау, ребята, это же Человек-паук! У нас уже два супергероя, это круто. Так, давайте поищем.
случайно не на той страничке? Так, давайте посмотрим. Человек-паук? Не, кажется, не на этой. О, нашел, вот, Человек-паук. Отклеиваем. И клеим. Так, ребят, берем следующий пакетик. Какой мы откроем сейчас? Надеюсь, тут попадется... Вот, например, вот этот какой-то непонятный. Давай, попадись. Единорог. Чего? Это влюбленыши? Ребята, вот есть в первой коллекции скрипыш влюбленыш, а это из коллекции Among Us скрипыш влюбленыш. Они типа такие, мы друг друга любим, целуемся. Да, ребят, вот такие. Клеим мой альбомчик. Кстати, ребят, розовый что-то ровно стоит, а синий как-то акробат. Вот. Знаете, ребят, как думаете, кто из них мальчик, а кто девочка? Мне кажется, мальчик розовый, а девочка синяя. Так, какой же здесь нам шамангас попадется? Вау, ребята, это же, как там его, это же супергерой какой-то. Так, о, вспомнил, это же, ребят, Капитан Америка. Это мой любимый супергерой. У него такой щит со звездой. Так, еще открываем пакетик. Так, может нам какой-нибудь вот этот с ножом попадется? Как думаете? Я хотел бы, чтобы он нам попался. Так, какой же здесь нам попадется мангас? Так, попадись нам тут хороший. Открываем. Так, какой же нам здесь, ребят, попался? Какой-то фиолетовый в шляпе. Неужели это такой? У него половина железная, другая фиолетовая. Да, это он! Вот, ребят, я так и думал, что это будет он. Так, вот походу на этой страничке. О, вот он. Тут. Ребят, если вы знаете, кто это, я вот не знаю, кто это. Если знаете, молодцы. Ну, то есть, ребят, если вы знаете, кто это, ставьте лайк. Если не знаете, подпишитесь на канал. Я вот, честно, не знаю. Я вам правду скажу. Я не знаю, кто он такой какой-то. Красный глаз, половина железная. Другая половина фиолетовая вообще. Это что за такое, Among Us? Я его не знаю, вот, ребят. А вы как думаете, кто это? Так, открываем. Among Us. Этот крутой Among Us. Вот это да, крутяк. Это же, ребят, логотип Among Us. Такой можно сразу в игре встретить. Когда играешь в настоящий Among Us, такого можно в игре встретить. Итак, ребят, открываем. Давайте какой-нибудь, наверное, вот этот пакетик. Или стоп, лучше давайте вот этот. Там, надеюсь, будет нам удача. Почему нам не попадается половина? Дайте мне половину. Ребята, мы когда доклеим, я, кажется, знаю, кто предатель. А вы догадались? Если догадались, ставьте лайк. Вау, ребята, наконец-то половина. Я угадал, здесь половина у нас. Половина Among Us. Ну, его сразу можно узнать, где он, потому что по косточке. И половина Among Us. Вот почему его можно узнать так. Так. Отклеим вот такое. Откроем и наклеим. Так. Какой здесь Among Us попадется? Интересно, ребят, если вы думаете, что предатель, я вам здесь предатель. Предатель у нас, походу, должен быть, знаете... Это что, Among Us в юбочке и с рогом? Он что, бальный танец танцует? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я танцую бальный танец.
Он, наверное, на балу. Он пришел на бал, а пожарный пришел, и ему сказали: «Эй, пожарный, ты чего? Тут у нас бал, у нас никто, тут пожара нету». А я пришел, мы сказали, что надо прийти к вам, а я сказал им в ответ: «Ну тут у меня, я в альбом приклеился». О, предатель. Круто, ребят. Это предатель. Здесь, кажется, будет в этой моей коллекции два предателя. Потому что, смотрите, вот это предатель. Так, клеим. Так, это, ребят, кто? Among Us огонь какой-то? Я надеюсь, здесь это не Among Us огонь. А то он всех обожжет в моем альбоме. Или мой альбом вообще. Того. Мой альбом сгорел. О, ребята, вот кто второй предатель. Потому что у него в руке нож. Так. Отклеиваем. И клеим. Все, эта страничка готова. И теперь, ребят, у нас осталось только два пакета Among Us. Так, ребят, открываем. Какой же нам тут интересно попадется? Как думаете? Нам или Пикачу, или вот этот? Мне кажется, ребят, что это... О, это же призрачный гонщик. Вот это да! Я не ожидал, что тут будет призрачный гонщик. Так. Клеим. И у нас, ребята, остался последний пакетик. Но, как вы знаете, тут у нас будет Among Us Пикачу. Потому что у нас один силуэт Among Us. Пикачу остался. И смотрите, как он выглядит. Конечно, Пика! Пика, Пикачу, чу, 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 чу. Ну что ж, ребят, вот такие у нас Among Us'ы, скрепыши. То есть вот такая страничка. Тут разные предатели там. И вот такая страничка. Ребята, впереди у меня будет очень много бумажных сюрпризов, так что поставьте лайк. И подпишитесь, конечно же, на канал, если не хотите, чтобы за вами предатель пришел. Ну что ж, ребята, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Красная кнопочка внизу, чтобы не пропустить мои новые крутяшные новинки. Ведь у меня их будет очень много серий. Так что поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока!